Всем привет! Очень рад, что мы вместе с вами занимаемся танцами. Знаете, хотел сделать вам одно предложение. Добавить креатива и свободы в танцы. Потому что сейчас мы большая часть это просто повторяем за тренером. И только он один имеет эту свободу креатива что-то придумывать. Как это может быть выглядеть, да? Например, сначала мы повторили, разучили несколько движений. Там, движение раз, движение два, движение три, движение там четыре. Затем, например, мы разбились на небольшие группы и пробуем каждый в свободной креативной форме сочетать это разное движение. Причем это делается под музыку, когда нам не нужно ни на кого смотреть и пытаться повторить, просто делаем эти движения, там красиво их сочетаем удобно, чувствуем ритм, получаем много массу удовольствия. Я просто... Вот такое простое предложение. Это в двух словах, да? Может быть, сейчас добавлю еще несколько комментариев. Даже вот я немножко наблюдая за нами, я видел, когда, например, Оксана переключает там музыку, у нас появляется небольшая пауза, и некоторые из нас вот прямо, знаете, хочется потанцевать. Начиная там, пока свободная минутка, там двигаться, что-то танцевать. Хочется вот именно свободно получить удовольствие такое от танцев. Так вот, хочется, чтобы это было... Именно на занятии попробовать это естественно внести. Конечно, сейчас какие-то теоретические предложения будут мало полезны. Лучше на самом деле нам вместе как-то попробовать, как это пойдет по ходу движения. Давайте попробуем, я думаю, у нас все получится. Будет все очень классно.